За последние годы в России открыто множество медицинских центров. Высокотехнологичная медицинская помощь с максимально полным спектром услуг стала доступна жителям не только мегаполисов, но и небольших городов. Медицинский центр был открыт в мае 2010 года гуманитарным фондом «Поколение», основанным депутатом Государственной Думы Российской Федерации Андреем Владимировичем Скотчем. А в декабре состоялось открытие здания отделения лучевой диагностики. Одна из задач фонда состоит в том, чтобы качественная медицина была доступна всем, независимо от уровня доходов той или иной семьи. По своему оснащению медицинский центр «Поколение» не уступает лучшим клиникам мира. Здесь пациенты могут пройти полный спектр диагностического обследования, получить необходимые медицинские услуги на самом высоком уровне. Четкость и организованность, внимательное отношение. Здесь пациенты будут чувствовать себя комфортно. Перед коллективом центра изначально была поставлена задача стать дополнением к муниципальному и государственному здравоохранению, которое имеется на территории Белгородской области. И свою задачу мы увидели в том, что мы развиваем специализированную стационар-замещающую помощь в амбулаторных условиях. Мы сейчас на пороге строительства нового центра. Называется он нейроортопедический центр медицинского центра «Поколение». Сейчас работаем над проектом. Планируется, так скажем, максимально оказывать помощь при патологии опорно-двигательной системы. Медицинский центр «Поколение» – это многопрофильный современный поликлинический комплекс, где пациент получает широкий спектр медицинской помощи от диагностики до лечения. К услугам пациентов – отделение офтальмологии, стоматологии, консультативной и лучевой диагностики. В центре работают врачи с большим опытом, получившие образование в ведущих медицинских вузах страны, имеющие ученые степени. Врачи высшей квалификационной категории, отличники здравоохранения. Посещение центра начинается с регистратуры. Здесь пациента запишут на прием в удобное для него время. Записаться можно и по телефону, или через специальную форму на сайте клиники. Для сокращения времени оформления в центре есть отдельная регистратура для стоматологических услуг. Предоставляется бесплатный беспроводной интернет. Офтальмологическое отделение работает с момента открытия центра. В отделении трудится команда неравнодушных к зрению и к своим пациентам специалистов. Любое лечение начинается с точно поставленного диагноза. Современные методы исследования помогают в дальнейшем выбрать правильную тактику, контролировать и эффективно управлять процессом лечения и заранее спрогнозировать его результат. Поэтому в отделении целый технический парк офтальмологического оборудования. Каждый прибор работает на конкретную цель. Оптическая когерентная томография позволяет получить важную информацию о строении сетчатки глаза и зрительного нерва и их патологических изменениях. Это своего рода оптическая биопсия, при которой не требуется удаление участка ткани для его микроскопического исследования. Это бесконтактный оптический биометр последнего поколения. Такие параметры, как длина передней-задней оси глаза, толщина хрусталика, центр роговой оболочки, глубина передней камеры глаза и множество других высокоточных измерений, он способен делать за одно сканирование. Это один из уникальных диагностических приборов в нашем центре – ретинальная камера, с помощью которой мы можем проводить флуоресцентную ангиографию. После внутривенного введения контрастного вещества производится серия фотографий глазного дна, и на основании этих данных мы можем увидеть те изменения, которые не видны никаким другим способом. И какой-то альтернативы по полноте обследования флуоресцентной ангиографии нет. Ультразвуковое сканирование помогает выявить такую патологию, как отслойка сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело, опухоли глаза. Специальный прибор «Окулайзер» анализирует передний отдел глаза с точностью, которая прежде была недостижима,
позволяет построить индивидуальную карту роговицы, трехмерную модель глаза. Эти данные необходимы при проведении эксимер-лазерной коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма и диагностики кератоконуса. Такие операции позволяют избавиться от порядка надоевших очков и линз. Эксимер-лазерная коррекция зрения предполагает воздействие лазерного излучения на роговицу. Благодаря этому она меняет свою форму и способствует правильному фокусированию изображений на сетчатку. За безопасность, надежность и точность в такой операции отвечает не только современное оборудование, но и профессионализм врача. Если вам нужны очки, контактные линзы или аксессуары к ним, оптика медицинского центра поколения поможет вам сделать правильный выбор. Чтобы вы могли улыбаться во все 32 зуба, в медицинском центре поколения работает отделение стоматологии. Возможности современной медицины, если и не безграничны, то очень широки. Сегодня можно успешно решить практически любую проблему. Не секрет, что давно и прочно практически у всех сформировалось мнение, что стоматология – это ужасно страшно и больно. В нашем центре мы успешно ломаем данные стереотипы. К нам обращаются за помощью и взрослые, и дети. Все мы можем предложить весь комплекс современных лечебно-диагностических мероприятий. Одним из направлений нашего отделения является щадящее лечение при помощи системы ICON. Это продукт для лечения кариеса на ранних стадиях у детей и взрослых без сверления. Вся процедура занимает 15-20 минут, а результат лечения сохраняется на долгие годы. В отделении также готовы справиться с еще одной, кажущейся порой неразрешимой проблемой – детскими страхами. Применение общего наркоза при лечении зубов у детей – это выход, когда ребенок отказывается даже открыть рот. Чтобы устранить проблемы в твердых тканях полости рта, таких как зубы и костная ткань, центр располагает аппаратурой для проведения пьезохирургии – ультразвуковой хирургической операции. Ультразвук воздействует только на твердые ткани, не травмируя при этом расположенные рядом мягкие ткани, нервы и сосуды. Для исправления и предупреждения нарушений положения зубов и аномалий прикуса в отделении стоматологии вам предложат различные виды брекет-систем из металла и керамики, сапфировые и лингвальные брекеты. Получить полную диагностическую информацию специалистам отделения помогает трехмерный дентальный компьютерный томограф, который с помощью рентгеновского луча сканирует только ограниченную часть лица. Трехмерное изображение позволяет врачу получить любое сечение и любую проекцию объекта. Его можно вращать и рассматривать под различными углами. Применение дентальных томографов выводит стоматологию на новый уровень, позволяя эффективно диагностировать стоматологические заболевания. Как правило, статус стоматологической клиники определяется наличием собственной зуботехнической лаборатории. В медицинском центре поколения она, конечно же, есть. Технологии, по которым изготавливаются ортопедические конструкции, помогают более точно воспроизводить сложную анатомию зубов и их смыкание. Это позволяет создать протез максимально удобным и индивидуальным. Все безметалловые протезы в центре изготавливаются с помощью технологии CEREC из эстетичной керамики. Данная технология предусматривает целый комплекс оборудования и материалов. Предназначен он для изготовления зубных микропротезов, к которым относятся коронки, вкладки, накладки, виниры, мостовидные протезы, пломбы. Сложная работа выполняется с ювелирной точностью. Естественные и красивые зубы. Именно к такому результату стремятся в стоматологическом отделении центра поколения. Консультативно-диагностическое отделение располагает широким спектром специалистов различных направлений, за помощью к которым обращаются как обычные пациенты, так и целые коллективы, которые обслуживаются по добровольному медицинскому страхованию. На приеме у врача-оториноларинголога можно пройти безболезненную диагностику, провести эндоскопический осмотр, позволяющий детально осмотреть труднодоступные отделы носа, носоглотки и гортани, сделать компьютерную томографию придаточных пазух носа. При выявлении проблем получить лечение, в том числе хирургическое, с использованием современной аппаратуры. Женские проблемы успешно решают гинекологи. Оборудование, которым оснащен кабинет, позволяет проводить диагностику и лечение гинекологических заболеваний с использованием современных методов. В центре вы можете получить полный комплекс услуг по гинекологии.
Эндоскопическое исследование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и толстого кишечника проводится с использованием современной видеоэндоскопической аппаратуры, в том числе при помощи медикаментозного сна. При необходимости видеозапись обследования может быть записана на диск. Одной из самых популярных методик продолжает оставаться ультразвуковая диагностика. В центре поколения имеются УЗИ-аппараты экспертного класса, в которых использованы последние инновационные технологии ультразвукового сканирования, позволяющие выполнить сканирование всех органов. Медицинский центр поколения обладает большим опытом хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков в поликлинических условиях. Оперативное вмешательство производится опытным нейрохирургом с применением современного эндоскопического оборудования. Диагностику и лечение костно-мышечной системы ведет врач-ортопед высшей квалификационной категории. Он выполняет уникальные пластические операции на кисти. Приоритетным направлением нашего центра является развитие стационара одного дня. После оперативного лечения пациент находится в течение некоторого времени под наблюдением доктора, получает необходимые манипуляции и в удовлетворительном состоянии может быть отпущен домой. В дальнейшем этим же доктором пациент наблюдается до полного выздоровления, что является неотъемлемым частью успешного хирургического лечения. Неотъемлемая часть современной многопрофильной клиники – отделение лучевой диагностики. Это отделение расположено в отдельном здании в южной части областного центра. Одним из самых востребованных аппаратов центра, благодаря своей информативности и безопасности, стал высокопольный магнитно-резонансный томограф. Он позволяет выявить на ранних стадиях патологию головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов малого таза, сосудов без введения контрастного препарата. Магнитно-резонансная томография молочных желез необходима при подозрении на опухоль, в послеоперационном периоде для динамического наблюдения, при обследовании женщин в диагностически неясных случаях. Также в отделении работает 16-срезовый спиральный компьютерный томограф. Такая томография незаменима при необходимости исследования при травме, у онкобольных и при исследовании сосудов. Полученная информация записывается на цифровые носители, которые пациент получает вместе с заключением врача. Ударно-волновая терапия выполняется на уникальном для Белгородской области аппарате экспертного класса швейцарского производства. Именно в данном аппарате существуют различные виды волн, которые позволяют широко применять его для лечения заболеваний суставов, боли в спине при остеохондрозе, а также для лечения пяточной шпоры, шишек на ногах, в урологии для лечения хронического простатита, эректильной дисфункции и устранения косметического дефекта в виде целлюлита. Наш аппарат оснащен дополнительным УЗИ-датчиком, который позволяет более четко локализовать патологический процесс. Именно сочетание радиальных и фокусированных волн, используемых в данном аппарате, позволяет наиболее широко применять этот метод лечения и добиваться 90-95% эффективности от данной процедуры. В медицинском центре поколения для вас работают множество сотрудников, каждый из которых, от врача до специалиста инженерно-технического отдела, трудится над тем, чтобы вначале правильно и быстро диагностировать болезнь, а затем также успешно провести ее лечение. Возможность осуществления замкнутого цикла лечебно-диагностических мероприятий выгодно отличает центр от других клиник. Медицинский центр с каждым годом крепнет, внедряет новые технологии, привлекает лучших специалистов, открывает передовые перспективные направления. Тем самым формирует медицину нового поколения –